Если против первого, то естественно за второй. Давайте начнем с этого. Четко дано нам сдавали все эти помещения складские, и мы по полгода, по 4 месяца не платили за отопление. У нас есть 3 квартиры, которые каждый из нас сидят и здесь, несли свои копеечки, когда покупали свою квартиру. Да. Это наша квартира. Да. Почему правление должно сдавать и в карман ложить деньги? Где эти деньги? Объясните. Гася, сейчас Гася долг затемнет. Смотрите, вот ревизионная комиссия. Смотрите, ревизионная комиссия взяла и ушла. А этими деньгами, я вам скажу, читай только что. Гася долг затемнет. Мы не видим ни за квартиру, мы не видим. Смотрите, ушли, бухгалтерша ушла, которая покрывала все. Все, вот тут вот она ступили на хвост. Надо собирать другое собрание. Надо собирать другое собрание. Она же сказала, собирайте собрание. Если нужна помощь, я всегда за. Значит, смотрите, тут 4-й подъезд уже скооперировался. Они подали в прокуратуру все документы. Нам надо инициировать, чтобы... Конечно, весь дом, все нормально. Они на весь дом, просто теперь надо инициативу подключить с нашего подъезда. И вот группа, инициативная группа втроем, четвером, но без всяких рай. Все, мы сейчас будем тоже в этом подъезде. Два раскачаем. Все, люди ушли.